Впервые в Московской области выборы губернатора пройдут не только в очном, но и в дистанционном электронном формате. Для этого следует пройти простую процедуру – до 4 сентября зарегистрироваться на сайте госуслуг. Само электронное голосование начнется 8 сентября в 8 часов утра и закончится 10 сентября в 20:00. Проголосовать можно только одним из предложенных способов. Оно дает избирателю возможность проголосовать с компьютера, с мобильного телефона, с планшета, ну, с любого устройства с выходом в интернет, находясь, собственно говоря, в любом удобном месте и в любое удобное время в течение вот периода голосования. Наблюдение на участках и за дистанционным электронным голосованием обеспечит Общественная палата Московской области. Такой контроль создаст информационную открытость, доверие избирателей к новому формату и повысит избирательную активность граждан. Очень важно проявлять общественное самосознание. Обязательно нужно идти и участвовать во всех мероприятиях, которые связаны у нас с институцией власти. В этом обязательно нужно участвовать. В том числе это у нас являются выборы. Очень хорошо, что сейчас есть удаленное голосование, да, электронное. В нем тоже можно принять участие. Это очень такой хороший современный инструмент. Во время единого дня голосования штаб по общественному наблюдению будет работать круглосуточно. Также организуют работу горячей линии для обращения граждан. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».